Всем привет, с вами Дефирки, и в этом видео я хочу показать, как я делал клоуна. Это видео не... Но я не собираюсь, чтобы оно набрало много просмотров, но просмотров 50 максимум оно, мне кажется, наберет. Ну, погнали к нашему видео. Ребята, давайте попробуем до конца зимы набрать, то есть до конца февраля, 1000 подписчиков. Возможно, это получится, возможно и нет. Зависит все только от вас. Продолжение на 275 лайков я запишу, как я рисую монахиню. И еще учитывайте то, что я рисую только карандашами. И руки только маркером. Первый день я сделал вот эту голову. Да, я не заснимал моменты, когда я это все делал, так как мне было неудобно делать это все одному, одновременно вырезать и раскрашивать, и снимать. На первый день была сделана только голова, ну вот такая. Я думал, что я буду делать только голову и все, но вот такая она получилась, потом я начал делать следующее. На второй день, мне кажется, я сделан больше всего работы. Это я сделал ему вот это, которая у него штука есть. Ну, около головы это. Сделал ему руки, хоть и не до конца. Раскрасил я ему тело. Тело я, кстати, тоже сделал. Руки были не раскрашены, но сделаны такие накидки. Были на руки. Воротник я тоже ему раскрасил этот. И еще раз повторюсь, тело я ему тоже раскрасил. Это был второй день, это был самый большой день, когда я его делал. Это был один из самых крупных дней, когда я делал. На следующий день я сделал тоже немало. Сделал я ему ладони, раскрасил я ему когти его, сделал ему обутки и раскрасил ему ноги, руки тоже я раскрасил, хоть и не совсем до конца. Правую только я раскрасил. И ноги я ему сделал и раскрасил. И в этот же день я его накрыл на 1,5 суток книгами. Так, вот мои учебники по биологии, геометрии и так далее за 7 класс. Ну, хоть где-то мне они пригодились. Да, камера трясется, потому что... Ну, по причине, которую я говорил в самом начале видео. Да, это единственное, для чего нужны учебники. На четвертый и последний день я доделал клоуна, раскрасив ему руки. Да, это мне показалось сначала не очень то, что у него руки черные, но сейчас уже все руки у него как-то изменились, не знаю почему. Стали немножечко другими, и я уже просто привык. И мне кажется, они уже нормальными. И это был четвертый день, и на четвертый день я его повешал на стену. На пятый день я начал уже монтировать это видео. Это был весь пятый день, что я сделал, смонтировал это видео. На шестой день я уже выложу, возможно, уже выложил это видео, но раз вы его смотрите, значит, я уже выложил это видео. И думаю, вам понравился мой результат. Если вам понравилась работа, то оцените, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях, если вы досмотрели это видео до конца, ведь я очень старался. На всю работу у меня ушло 5 часов. И пишите в комментариях, если вы догадались еще до 2 минут, какое видео идет на фоне. И вот такой клоун у меня получился. С вами был Дефирки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас я вам покажу на фото, как я сравнил этих двух клоунов из игры и которого я сделал.